Самые страшные события в истории человечества происходили, когда оно сталкивалось с чем-то неизвестным. Пугающим. Сегодня на юге столицы можно наблюдать редкое космическое явление. Не то чтобы я тебя тороплю, просто в следующий раз звезды будут падать лет через 50, наверное. С запада в плотные слои вошел объект. Многие приехали полюбоваться на звездопад именно сюда. Зрелище поистине завораживающее. Люди тысячелетиями ждали контакта с инопланетной цивилизацией. Около часа назад в столичном Чертаново произошло ЧП. На жилые дома упал необузданный объект. Это война, да? Зависит от того, как они поведут себя дальше. Оружие? А ты думаешь, зачем они прилетели? Мы понятия не имеем, какие нормы морали у пришельцев. Почему я должна им объяснять? Почему мы должны какие-то контакты налаживать? Потому что это уникальный шанс для всего человечества. Понять что-то про самих себя. Узнать, кто мы. Мы все умрем, и они, и мы, понимаешь? Не бойся. Если мы не хотим войти в историю, как... Если мы спровоцируем взрыв, то никакой истории, как обвиняете, вообще может не быть. Мы ни на кого не нападали! Это наша земля! Это наша земля! Из другой галактики. А мы из Чертанова.